2 мая 2024 год. Ну что, россияне, вы не видели еще видосика, где российский же оккупант идет по позициям на протяжении 300 метров по посадке? Там, мимо 82 российских трупов проходит. Вы видели это видео? Уделите, пожалуйста, этому времени. Я всякое, конечно, посмотрел. Я 415-й воевал, 22-й, 23-й, 24-й. И валяются там у нас под работе, под ногами черепушки всякие. Но, блин, на 300 метров 80 человек. Причем там уже разной степени разложения. Они там, видать, валяются. И никто не парится их забирать. Я посмотрел, это там под Очеретино. Там давно уже эта территория под расистами. Я в шоке просто. И не вывозят. Вернее, он там говорит, а кого-то же еще вывезли, а кто-то же полностью засыпан и не видно. То есть он сам в охрене. Ну, вы так навоюете, россияне. Бабы еще нарожают, да? Ну, в принципе, у меня одна пишет в комментариях. Мы там, типа, во Вторую мировую черенками лопаты гнали, там все, одна винтовка на двоих. Ну, тогда я вам предлагаю посмотреть другое видео. Как вчера проработали на Атакамсе, блин, под Луганском, Рогово селение. Я что так знаю, я полез смотреть. Ну, опять же, потому как я уже много воюю, я видел всякие разрывы, взрывы и так далее. И тут этот с высокого там спутника снято это видео, ну, где-то высоко над землей. Я не мог понять, какая площадь поражения. Полез смотреть Атакамсе, площадь поражения там 33 тысячи квадратных метров. Ну, думаю, там нифига, блин, не... Не, ну, радиус не 100 метров этого круга, внутри которого все поражено этими кассетами и боеприпасами. Так что я тупо полез и посмотрел, куда легли эти три атакамса, какую площадь они усеяли. То есть там вскипает земля, кружок диаметром 500 метров. Половина поля, вот посадка стандартная, она там километровая, половину этой посадки просто вспенилась, вздыбилась. Я в шоке просто. Это 200 тысяч квадратных метров. То есть пятая часть квадратного километра. Я просто... Это... А, вот, господи, хорошо, что это не против нас воюют. И там же ничего живого. Там, я думаю, вплоть до, блин, червяков все поперевыбило. Там стояли эти 100 с чем-то человек, что-то курили, блин, расистов, блин. Я думаю, что ни один из них не встал после того, как оно там прилетело. Я лично открывал, находил в Google Earth там эту территорию, замерял, где какое. Можете сделать то же самое. 1 мая вот этот вот прилет, посмотрите, будете впечатлены. И Шойгу говорит, нам надо усилить производство техники для того, чтобы соблюдать темпы наступления. Какие темпы? В одном году Бахмут захватили, сейчас Авдеевку во втором году захватили. По 100 метров в месяц делайте продвижение вперед. Эти темпы наступления. Это при том, что у вас на 300 метров посадки 82 обнаруженных трупа, попавших на камеру. Ну, я не знаю. Я говорю, что ну, я чем дальше, тем больше. Мне говорят, что ты такой оптимист, к концу года все закончится. Я говорю, что, блин, там с каждым днем все больше и больше к тому пока. Так это еще нету, блин, этих наших. Это же не дошли еще те боеприпасы, которые 61 миллиард нам выделил, Америка выделила. Нету еще F-16. По-моему, реально вот в этом году рашки кобзда. Вот просто здесь, в Украине, она потерпит поражение. То есть мы просто пере... Ну вы посмотрите, как работают эти атакамсы. Это жутко, блин. 500 метров диаметр круга, и там вырезано все нафиг одним снарядом, а их там три лягло рядышком друг с другом. Жуть. Да, так что техника не поможет Шойгу, и то, что Иванова твоего арестовали, не поможет Шойгу. Съехать уже не получится, уже выгребли все советские запасы этой бронетехники, МТЛБшек да всяких БМПшек, правда? И танки Т-50, блин, вот этот гараж с дулом на нас едет, атакует. Ничего не... А нам наоборот. Брэдли приходят, приходят Мардер. Ой, ну столько всего. Приходят вкусненького, расисты.
все буде Україна. Я думаю, що 90%, 99%, що в этом году вже все закінчиться. Расисти закінчаться, які можна буде ще сюди загнати. Там же кубинців на нього мали, да? Росіяни. Вони пристрелили російського генерала, полковника, хто там у них, командира полка, тому що охреневшого. Пристрелили кубинці, реально. Зараз їх судити буду в Москві. Эти не пальцы разбежались, кедрени феня, да, которых тоже вы наняли. Ну, блин, попробуйте еще кого-то, ну, убийцев каких-нибудь, да, из Нибиру, там, с планеты.